А я тебя вообще не знаю, ты мне рот закрыл. Что такое, слышь, чувак, короче, это? Ок, чувак, я на минуту отползу, а как бы объясню ситуацию. Я тоже отойду. Короче, мы поймали бухую телку, решили ее стебать. Блять, мы ее на вир тут разводим. Все, короче, ребята, вернулся здесь, я с вами. Mm-hmm. В общем так, я тут как бы объяснил всем ситуацию, как бы, если кто помнит, что такое камрек. Наташ, ты согласна на вирт? Нет. Почему? Подожди. Чувак, как думаешь, кто-то пропалит название или нет? О чем? Надеюсь, сейчас не собираешься орать, чтобы записывать. Это просто так записано. Найн. Ну вот. Это чисто так, постебаться. Ну я ж понял. Ну это хорошая обидная. Слушай, а вот прикинь, если камрик не запускается из-за того, что он обиделся. Наташа на меня вчера обижалась. Да. Да, вот это? Я не вот это. А какая? Вот обычная я. Все полтора. Ну, в смысле, не то я. Сука, нахуй, ёбаный локоть. Ай, блядь. Я усочу. То самое чувство, когда локтем ударился. Ещё об угол стола. Пиздец. Ну да. 220 вольт ток. 228 вольт ток. Ну, если там перемены, то и 228 вольт. 250 ебанёт. 3000 вольт, прикинь. А может и болтом по губкам. Есть, да? Размажем. Кам. Ну сейчас твоя глотка. И порвана пилотка. В трусах не тратка, да? Будет быстрее. Во рту прокладка. Вся в смущенке, как ожоговая Аленка. Наталья, так что ты думаешь о Вирте? Ничего. Она да, вообще не думает об этом, она. Нет. Вообще не думает. Действует. Да, я вообще не о нем не думаю. Ты им занимаешься? Нет. Да. Нет. Ты же сама говорила минуту назад. Не гони меня, пожалуйста. Ты же сама мне ВКонтакте писала, что согласна на Вирт. На Мирт? Да. Мирт, на Мид. Я просто так написала, я не имела в виду, что я согласна. Да, ты соглашалась же. Я у тебя спросил, согласна на Вирт? Ты говоришь, да, конечно, не против. Чем докажешь, что я такое написала? Перепиской. Я докажу. Сиди за словами. Да, слушай, ты сама это писала? Я такого не писала. Походу, мне сейчас ничем, скриншот да. сделать? Ну. Тут они чем разные. Ну да, ну сейчас. Подожди минут 5, ок. Если кто понял, как делать скриншот правильно. Ну так что, Наташ? Что? Ты, я, Вирт. А этот? Этот, интересно. Ты о ком? Этот кто? Ну я не знаю, кто там. Еще третий. О, да милиция. Тебе кажется, ты пьяна. А, милиция. Ты пьяна реально. Я понял. Беларусь арестовывает тебя. Оф. Ох. Блять, сука, я сейчас делаю скриншотик. Короче. Пиши, 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 чё. Я на вирт развел почти, сука. В контакте реально. Звони, звони. Ну, еще не пристала. Лол. Могли бы табличку вообще делать. Ну зачем что вы? Зачем ты сбрасываешь? Давай, Верт. Нет. Почему? Потому что не хочу. Давай же осторожненько, аккуратненько. Отстаньте. Ну, пожалуйста. Ты отстань. Что, не понимаешь, что это Украина говорит с ним? Ты что, ну разумеешь, что с тобой хохлы балакают, а? Чего? Ты с тобой хохлы балакают, что ты не разумеешь, не?
Я ж тебе кажу, давай вид замутим. Я ты помол тебе салом. Ты разумеешь, что тебе кажется? Великим свинячим салом. Крючковатым. Свинячим. Еще у нас эти... Коньские. Как у казаков, оселецы. А еще у нас я конячий. Ковбаса конячая, да. Что ты ковбаса? А ты белорусский знаешь? А? Ты белорусский знаешь? Знаю я. Да? Ну скажи что-нибудь на белорусской мове. Да, давай. Выдачи. Что тебе сказать? Аучарка. Белорусский аучарка. Добрый ранец. Добрый ранец. Лайка. Дело не совсем. Лайка. Лайка. Алло. Ты не огорчай меня, пожалуйста. А то я Пахома позову. Что там делаешь-то? Капец, она вообще морозится просто. Наташ, ты чего? Что? Что делаешь? Читаю. Что именно? Переписку. Какую? Подруги с каким-то пацаном. Зачем это тебе надо? Зачем ты себе мозги забиваешь? У тебя свои дома. Мне интересно. Интересно, все мозги пропила уже. Интересно, кажется. Пошли в личку, верт замутим. Что? Пошли в личку, верт замутим. Не хочу. Да мы же аккуратненько. Следи. Ну конечно. Серьезно, аккуратненько следи. Ты дрянный хлопец. Кто из нас еще дрянный? Дрянный хлопец. Кто из нас еще дрянный, реально? Ковреком на ней пользуешься. Это хорошо. 7.22. Короче, читай английскую часть, в общем. Делай. Не, ну люди вообще нормальные. Вообще мы люди. Да, мы вполне адекватные. Вообще мы люди, да. Вообще мы люди. Можно нараться. Главное, пьяная девушка. Ёп. Ёп, тоже можно. Мне с вами как-то стрёмно говорить. Да чё ты? Почему? С тобой ебать стрёмно. Что ты сказал? С тобой не стрёмно, говорю, общаться. Да. Да. Харе ржать! Я сейчас положу и все. Нет, это я сейчас положу. Ладно, я сейчас приду. Я сейчас как раз положу. Ну, положим. Давай, верт. Нет. Почему? Потому что. Объясни. Наташ, ну ты просто пошли, конечно, на вебочку. Что тут такого? Что я сделаю? Пошли, конечно, на вебочку. Нет. Почему? Всё, надеюсь, что объяснять не надо. Нет. Ой, рак. Кстати, тебе рака на Ави не хватает. Да ладно. И на фоне Доты. Мачете рака рубать, да? Нет, на фоне Доты всё должно быть, не на фоне. Да иди ты с этой там есть. Да она не моя. Кстати, я знаю одного рака среди нас. Там пукан, короче, снизу Авы выглядывает красный. Алька делается осай. Бля, ну вообще как-то непонятно. Ну и вообще как-то как-то не. Зато нам все. Что ты орешь-то, а? А что ты орешь-то, а? Порота, что ли? Слушай, Анташ, а ты блондинка или рыжая? Слышь, дзяучина. Слышь ты, хлопчук. Хлопчук. Загугли мне, пожалуйста, перевод одного слова. Сейчас. Ну, твои. Не, это скажу я уже. Это жестко, значит. Блин.
Дзелчинка. Переведи, пожалуйста, ок. Что мне перевести? Да не тебе. Нет, нет, Наташ, не тебе, с тобой только Вирт. Ты карачен. Если сделаешь одно дело. Какое? Я тебе ВКонтакте напишу. Окай. Я даже знаю, как это. К сожалению. Нет, ты не знаешь, ты даже не догадываешься. Да, я вообще смотрю. Я очень страшный человек. А я очень тупой человек. А я вообще очень человек. А я просто человек. А я очень. Я вельми тупый человек, вот. Блин. Я... Чувак. Блин. Слушай, переведи, пожалуйста, там на дойч. Ту же фразу. Какую? Эту же. Я же тебе кидал. Окей. Тебе прикольно общаться с Наташей, да? Блин. Он еще блины готовит. А, по пьяни. Не только блины. Не только по пьяни говорит. Не только, да? Ну окей. Не только блины. Да он вообще стрёмный. Да нет, мы вообще норм так. Ну точно норм. Что? Это ты пьяная. Все хорошо, не плакай. Наташ, ну всем слушаем. Ich fickt Саяба Кандам in the Mund. Ты неправильно произнес? Ладно, плохо. Окей. Я, кстати, не хмелю немного. Вот тут английская еще появляется. Да, это смешно все, конечно. Эскимо! ЗБС. Эскимо. Зигамо. Ты знаешь, что такое эскимо? Да, я когда-то хавал. Короче, хуйня. Короче, чертовщина. Ты знаешь, что такое эскимо? Да, я на пол. Сказал эскимо, что-то там такое. Кричал. Эскимо — это пожалуйста. По-таджитски. Или как-то там у них. Батхарт. Алло, что? Мы любим... Нас не любят хачей, вообще не любят. А где их любят, скажи? В Москве. В Москве их любят. Знаешь, тут много. Кто там? Знаешь, как тут их много. Ага. Вот, да тебе лучше не знать. Да-да-да. Ты вообще не лучше ничего не знать. Лучше просто действовать. Слушай, Наташа, у меня к тебе вопрос. А ты блондинка? Да? Или рыжая? Я не рыжая и не блондинка. А какой у тебя цвет волос? Рыжая блондинка. Сам ты рыжий, сам ты блондин. Понял ты? Я не блондин, кстати говоря. Ты вообще петух грёбаный. О, я петух грёбаный, слышал. Скажи, пожалуйста, на петушина. Кошу. Громче, громче, громче. Не, 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 на так, вот ты вот просила прислать тебе балкину. Ого. Но ВКонтакте ты меня просила балкину тебе прислать. Я тут подумал, тебе в каком формате? В любом. Окай. Только свой. Окай. Что-то все замолчали резко. Ну, что это? Сейчас, минутку, подожди. Ты хоть скажи, как друга твоего зовут. Я его сам впервые слышу. Так на чем мы остановились? Не знаю. Кто-то там что-то говорит. Блин, ад. Штаделад.
Что делать, Маса? Что-то все молчат, а? Я переписываюсь, что мне говорить? Перепихиваешься? Да. Оу. С фанатами тут. Гуфа. Кто мне из вас там пишет, что? Я тебе пишу, я тебе рисую. Что? Что-то рисую, а что не знаю. Какой хек? Обычный. Все, я здесь. И тут я понял, у меня нету модерских прав. Вот я понял, мне накрыло. А не, у меня есть модерские права. А, блин, вот казнили. Ты знаешь, что тебя посадят? За что? За педофилию. Кисак уезжает. Это тут при чем-то? При чем реструкт вообще? Это еще нужно доказать, понимаете? Это легко доказать, особенно со мной. На что ты там намекаешь? У нее знакомые в ментовке работают, ну вот на что намекаешь. Не только. Я двоюродный брат, Кисак. Напугал. У меня дядя подполковник ФСБ. Ты знаешь, кто такой Тесак? Нет. Жаль. Ну, вообще не знаю. Лоли, лоли, лоли. Это вот так первый раз с друг другом говорите, да? Да. Я все убираю, мне больше. Он тупорёт. Вы будете говорить, я пойду посплю. С кем? Нет. С кошкой. Фу. Зоба. Хачфикер? Какой хач? Где хач? Это ли фикер? Наталья фигда не мута. Ух. Какая минута? Ну так сказать, минута размножения живых существ. Размножение? Ага. Я говорил. Хотя нет, это хуёб. Да. Да. Короче. Длиннее. Мина, вы издеваетесь? Давайте хоть я кого-нибудь пришлю, ну, с вами, с нами поговорить. А то два на одного как-то не очень. Да не, как раз самое оно. Да ладно, я вообще дела. Меня вписывают. Вписка. Это еще круче, чувак, начинает. Я вот боюсь. Да не бойся, мы не. Мы не хачи. Идите. Мы против хачей. Да, вы что? Что если скажу тебе, чтобы тебе звоню с Украины? Ну и схохляньте. Да. Мы хотим тобой размовлять. Размовлять. Понимаешь, батька даже лайк ставит. Лайк ставит. Наташ, а как ты относишься к лалкам? К кому? К лалкам, которые делают сосай. А второму что, там слишком плохо? Да, мне очень плохо. Ему просто лалка уже сосать делает. У меня приступы, понимаешь? Лалка сосание. Да. Офиг, ты микро не полезь. Коры, надо мной издеваться. Ну что, Наташ, мы же не тесаки. Да нет, у меня просто, блин, истерика. Мы же не тесаки, а ты не педагог. У меня истерика. Дали. Вообще тебе я помогу от нее избавиться. От тебя? Как? Ну, ты меня, хорошо, до свидания. Не-не, ты куда? Вы? Не надо. Наташа, всё, куда? Я перестаю смеяться. Ну ты сам сказал, я... помочь ему избавиться от меня. Ты чё, мы вообще-то в Вирте с тобой разговаривали. Мы с тобой о этом не разговаривали, потому что я не согласна на него. Ты не согласна? А кто мне ВКонтакте согласие свое выражает? Как? Написала, что согласна, абсолютно.
Покажи мне, пришли мне это, то, что я написала. Да сейчас. Минуту, ну, да. Подожди, найду только переписку. Ну-ка. Окей. Ну все как бы. Вот не надо, вот. Вот я тебе переслал. Это вообще где-то там. Так мы же о Вирте разговаривали как раз. Ты мне, я тебя спросила, мне ответить, ты написал да, я сказала ок, а не насчет этого. И насчет этого мы тоже разговаривали, еще раньше. И вчера, вот и не надо, не я надо. Серьезно говорю, ничего, переписку из скайпа достать? Давай. Сейчас. Давай. Момент. Сказал а, говори б. Я написал... У меня сердечко дрожит уже. Хорошо, надо мной издеваться. Я написала тогда нет. Я написала до. Это я потом написала, а не про это я написала. Про это мы как раз говорили. Я же догматик. Ты вообще меня не понимаешь. Это ты меня не понимаешь. Я же догматик. И не разумеете всего. Как бы нам назваться, а? Чувак, людьми. Чувак, как тебя зовут? Слушай, серьезно. Меня? А тебя как? Меня? Вася. Как? Вася. Меня Антон. Антоха. Тихо, тихо. Тихо. Фамилию говорить не нужно. Я скажу. Не надо, чувак, я спешусь. Короче, подождите, мне надо позвонить. Пошли, Кайда. 02. Признайся, что ты зафилка. Короче, все, пока. Да не надо сбрасывать. Да мне надо позвонить. Да пошли, конечно, потом. На вебку. Вирда, как бы. Короче, все, пока. Нет, ты куда? Так я говорю, мне надо позвонить. Блядь, у меня мышка. Ты что, сбрасывай за это, что ли? Блядь, чувак, у меня уже мышка глючит. Всё, короче, подождите, пока я позвоню. Хорошо, пойдём, пока ты пошли, конечно. Блядь. Чувак, я тебе сейчас... Одну минуту сейчас... Я тут с чё? Вами буду. Василий, с утра Василий. Да, Антон, во рту гандон. Сейчас одну минуту вернусь. Блядь, ну пиздец, серьезно. Набухаю в пизду. Нет. Почему тебя наверх нельзя? Потому что я не могу дозвониться до своего друга. Пошел он нахрен. У нас Вирт. Это ты ему скажи. У нас Вирт, все. Давай выйдем туда. Я такого не говорила. Да. Нет. У нас Вирт. Нет. Да, у нас Вирт. Все, он вышел, третий. Все, можем Вирт. Нет. Можем пилить Вирт, серьезно. Нет. Я тебе говорю. Пили, не хочу я. Двойной стрим. Лол. Ты понимаешь, Алиш, что меня не заставишь? Что ж, да ладно, нет. Я тебе сейчас болт пришлю. А, все. Ну, да. Хотя бы на вебку включи, пожалуйста, покажись хотя бы просто. Нет. Почему? Не хочу. А у нас хачей нету, у нас все русские. Ну что мне сделать? Ты же сам не включаешься, что вам не включать? Сейчас вебку включу. Все, я включил вебку. Нет. Да. Не видно ничего. А так? Нету ничего. Да ты упорота, серьезно. Но ничего нету. Да. Нету тебя. Меня нету, конечно. Тут, ну, вообще жесть. А, точно, я тебе сейчас в личку перезвоню. Это пиздец. Сейчас. Лол. Если это правда, то что начать записывать? Прикинь, у меня еще шок играет. Давай, ну, 2 минуты уже слушал. Сейчас, короче, быстро
Сделай себе темный цвет. Освещение только с экрана идет. Придавил весь свет в квартире, так сказать. Видишь, у меня стрим идет. Первый лайв-стрим. Стример, блин. Матвей еще в стрим за. Врубай бы. Что? Я был. Покажись теперь ты. Нет, у меня тут темно, ничего не видно. Да ладно тебе. Блядь, я тебе честно говорю. Я тебе тоже честно говорю. Наташ, включи вебку. Кто? Получается, я вебку включу, а ты ее включаешь. Это же нечестно. Что нечестно? Вебку включи. Она мне не работает. Ну, теперь еще и пизди, что у тебя вебка не работает. Охереть. Я ради тебя стрим запустил. Двоичный. А может нормально говорить? Я говорю, я ради тебя двоичный стрим запустил. То есть обратная запись, подключение и двойная запись. Если окажется, что он еще на финальной стороне пишется, то это будет гениально вообще. Чувак, ты пишешь эту хуйню? Ты тройной стрим пишешь? Нет. Жаль, я думал тройной сделаем. Да нафиг. Ладно, и так не лагает, не? Не, давай. Наташ, включи вебку, серьезно. Все равно ж не слышно, что она говорит. Включи вебку, Наташ. Ну вот, я включила. Видишь? Я же говорю, темно. Ну включи свет. Понимаешь, я на балконе, тут света нету. Ну, лампу возьми. Фонариком. Ну. Бомбит. Сидишь на балконе, ну блин. Реально. Ну, возьми лампу. Я тебе говорю, на балконе сижу. Фонарик, домой не пускают, понимаешь? Посмотри. Как? Меня домой не пускают, понимаешь? А нехер бухать было. Телефон я посмотри, что... его. Ты понимаешь? Телефон я? Посвети. Ты понимаешь, что я пошла, короче, гулять. Ничего без палева. Иду такая, иду. Только слышу, что то кто-то меня зовет. Смотрю, там мои друзья. Ну как, друг мой, да? И он со своими друзьями. Вот я с ними сегодня познакомилась. Ну, короче, мы с ними начали там, ну, немного потом общались так хорошенечко. Ну, и так получилось. Ну, сегодня праздник, а потом пришел Карп, и они начали биться. Ну, точнее, один из них начал биться, мой друг. Они их разнимали, а эти разнимали его. И его жена потом пришла, она беременная. И вот так вот. Капец. Включи вебушку сам, телефоном посвети, пожалуйста. Не видно. Телефоном посвети, видно будет. Ну, Наташ, телефоном посвети, что ты? Как черт. У меня телефона с собой нет. Ты только что по нему звонила. Ну так домашний. Так ты по нему посвети. А по нему не светится. Светится? Не светится. Значит, ты бухая. Ну как то можно светить? Никак не посветишь. Как можно посветить? Пуканом горящим. А мне горит. Еще не горит? Тогда мы идем к вам. Дай автомат. Стрим какой-то обломался, в общем. Ладно, все, нахуй запись. Нахуй.